Поделец и убийца предстанет перед судом. Сотрудники полиции завершили расследование дела о расправе над медсестрой Ириной Ивлеевой. Напомним, происшествие произошло в марте 2014-го. По версии следствия, 54-летний злоумышленник расправился с медработником, потому что ему не понравилось качество оказанной ему помощи. Мужчина лечился от алкогольной зависимости в одном из медучреждений города. Чтобы найти домашний адрес врача, преступник привлек свою 45-летнюю сестру. Вечером 27 марта двое родственников пришли к Ирине Ивлеевой, проживающей на улице Симбирцева, и когда женщина открыла дверь, злоумышленник выстрелил ей в голову из ружья. Потерпевшая скончалась на месте, а преступники скрылись. По данным следствия, убитая Ирина Ивлеева стала случайной жертвой. Ее имя и фамилия полностью совпали с данными медработника, с которыми хотел расправиться недовольный пациент. В совершении преступления следователи заподозрили мужчину, выбросившегося из окна дома по улице Советской в сентябре 2015 года, когда в дверь квартиры постучали полицейские. Рядом с его домом, недалеко от 37-го лицея, была найдена граната, поэтому стражи порядка проводили эвакуацию жильцов. В прихожей у подозреваемого была обнаружена ЧК от гранаты и оружейный арсенал. Теперь за пособничество в убийстве медработника будут судить его сестру.